Доброе утро, Бокер Тов. Сегодня мы в гостях у ресурса Хадшон. Вы послушаете новости на иврите. Это будет язык восьмого уровня сложности по стандартам нашего канала из десяти возможных уровней сложности. Сначала мы послушаем диктора, а потом я эти новости разберу. גם היום דריכות בדרום מחשש לתגובת הג'יהאד האיסלאמי על מעצר מנהיג הארגון בשומרון. הבוקר תתקיים הערכת מצב ויוחלט אם להמשיך בחסימת הכבישים ובהגבלות בעוטף עזה. ננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים של ארצות הברית, הגיעה לביקור בטיוואן. и сейчас разберем. Бокер Тов, доброе утро. Айом Йом Рви, сегодня среда. Вав Бе Ав, Тав Шин Пе Бет, 6 Ава, 5782 года, 3 августа 2022 года. Ине Акутарот. Вот дословно заглавие. А по смыслу мы переведем вот основные новости. ГАМАЙОМ ДРИХУТ БАДАРОМ Также и сегодня напряженное ожидание на юге. И слово ДРИХУТ мы чувствуем, что здесь тот же корень, что в слове ДУРЫХ. ДУРЫХ это наступает. Слово ДЫРЫХ с этим же корнем ДОРОГА. Представим себе ситуацию, что мы ждем чего-то принятие решения, например, нашего решения, или кто-то другой должен за нас принять решение, мы ждем развития событий, и мы топчемся на месте, мы нервно ждем. Вот примерно дрихут, как нервное ожидание, напряженное ожидание, когда что-то может произойти. Мехашаш, лидгувата джиада ислами, аль-маацар мангиг айргун, Бешумрон из опасения на реакцию исламского джада на арест лидера этой организации в Самарии. Дгува – это реакция. Здесь лидер произносит «Лидгуват аджиад ислами» на реакцию исламского джада. Я вам напоминаю, что в обычной речи нормы произношения высокого стиля или классического иврита как правило, не соблюдаются. Поэтому в обычной речи было бы сказано Ле дгуват» о исламе Мы не зацикливаемся. Я на всякий случай буду вам напоминать, что есть разные варианты произношения. Облегченный в обычной речи и более сложный в нормативном иврите. «Абокер, титкаем, арахат, мацав, вейухлад, имляамших, бехасимат, аквишим» Увеакбалот Беотеф Аза. Этим утром, сегодня утром, будет проведена оценка ситуации. По смыслу мы переводим как оперативная оценка ситуации. Будет решено, продолжать ли блокирование дорог, как прекращение движения по смыслу по, по дорогам и ограничения в Вокруг сектора газа. Сейчас разберем слова, которые нам могут пригодиться. Араха от глагола марих. Марих это оценивает или ценит. Араха оценка. Арахат мацав оценка ситуации. По смыслу мы переведем как оперативная оценка ситуации, то есть принятие решения должно произойти. Что делать в зависимости от развития событий? Юхлят от глагола махлит махлит это принимает решение, решает. Юхлят будущее время, глагол уфаль, пассивный глагол будет решено. Им лямших, теперь моя идея, я предлагаю частицу им переводить как ли в русском языке. В им лям ших мы переведем как продолжать ли. Б хасимата вишин Здесь можно было сказать и иначе, попроще. Выбран вариант с предлогом Б. И для себя мы запоминаем, что особенно это в нормативном иврите, в классическом иврите, предлог «б» вот нам в таких случаях удобно переводить как «с», примерно как «им», «с». И это мы переведем «продолжать ли с блокированием дорог, хасима, это блокирование, когда ставится, например, там шлагбаум или еще что-то, чтобы невозможно было проехать. хасима это преграждает, хасима как преграда, установление преград, блокировка. Продолжать ли с блокировкой дорог и с ограничениями вокруг газы. Я еще раз обращу ваше внимание, диктор произносит у в а в обычной речи мы бы сказали в б агбалот, чтобы не зацикливаться с нормами, которые в обычной речи не соблюдаются. Просто мы обязаны понять, когда кто-то говорит, но не обязаны так говорить. В на иврите еще раз говорят в облегченном варианте в современном иврите в б агбалот. Теперь слово ОТЭФ. Если это глагол, отев, это как заворачивает, как атифа отсюда, обертка, то есть то, что находится вокруг. И когда говорят отеф, аза, имеется в виду то, что находится поселение, которые, населенные пункты, которые находятся вокруг сектора газа. Ну, условно, это проблемная приграничная зона, потому что из сектора газа периодически вылетают ракеты или другие там разные неприятные вещи в высоком стиле в нормативном иврите произносятся аза в обычной речи говорят аза то есть ударение на первом слоге я объясню это не имеет отношения к ивриту исламский джиат это одна из террористических организаций которая действует как в секторе Газа, так и в Иудее и в Самарии. И был их лидер в Самарии арестован недавно. И, соответственно, может быть реакция. Исламский джад не подчиняется другой террористической организации, Хамас, которая контролирует сектор Газа. И поэтому его действия непредсказуемы. При этом Хамас сейчас не заинтересован в усиление напряжения между Израилем и ХАМАСом, поэтому давит на исламский джад, чтобы никакие ракеты оттуда не вылетали, и Израиль занял такую правильную позицию. ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа. То есть в случае, если оттуда полетят ракеты, то искать будут не точечно какого-то человека из исламского джиада, который эту ракету запустил, а, возможно, лидеров Хамаса. То есть напряженка сразу же может перерасти в очень серьезное противостояние, и в том числе Хамас в этом не заинтересован. Одна из возможных реакций в ближайшие дни – это выпустят ракеты террористы исламского джиада, но эти ракеты изначально Будут направлены в какие-то пустые такие места, чтобы никого не задеть, никакого ущерба не нанести. Или на север они полетят, ну условно там в сторону городов, Нет, я не буду называть, на север, но упадут не в городах, а в море, чтобы показать, что мы можем вас как бы поразить. Но сейчас как бы мы вот сознательно этого не делаем. Примерно так. Продолжаем новости. Нэнси филоси ишиый бейта и гия левикур нэнси филоси это ее имя и фамилия председатель палаты представителей соединенных штатов прибыла с визитом в тайвань и сейчас разберем во первых бейта в харим чтобы нам было понятно бейт, uh, это дом, и по смыслу, и самые разные варианты, это может быть и куплет, например, слово байт, и в данном случае это палата, в, в каких-то словосочетаниях, как палата представителей, нефхар, дословно, если это глагол, то это избирается, выбирается. Если это существительное, то это может быть как избранник, избранный представитель. Бейтанифхарим как дом представителей, палата представителей. Бикур это визит, и визит где? В Тайване. То есть прибыла как бы на визит в Тайване или для визита в Тайване. Так мы дословно. Переведем. Я очень надеюсь, что это было интересно и понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Литроуд. До свидания.